вот мы и вышли. Всегда, в принципе. Да, зато проверили, все ли работает. Вроде все работает. Все нормально, все хорошо. Как я уже говорил, полет, тут звучит, там звучит, там звучит. Полет проходит нормально. Ну что, друзья, поехали? Ребята, мы поехали. Needs his woman, that he needs his
понравилось? Да. Мне тоже понравилось. No, I'm there.
части зала. Тогда, хорошо, скажем по-другому. Но слышать вас нам очень... Чувствовать вас, что вы с нами, что вы на нас не обижаетесь за то, что мы здесь хулиганим. Не обижаетесь? Что вы не обижаетесь на нас за то, что мы разговариваем одновременно со сценой. Не обижаетесь? Тогда можно расслабиться. Еще больше. И сыграть совершенно новую, потрясающую песню. Что она потрясающая, да, я, кстати, согласен. Братан, соврать идет. Звучит меня нет никогда.
всегда. Люби меня, экономка. Не видно, когда погоса. Судьба нас не во сне, а наяву. Землю обойду, всю землю обойду. Океаны и моря переплыву я. Каждый жест, каждый взгляд в моей душе. Сбегу твой голос, сердце мое. Звучит меня не никогда. Я тебя разлюбить не смогу. И ты люби ты всегда. Люби меня. Люби меня, я каждый жест, каждый взгляд, твой дышец. Берегу твой голос, сердце мое. Звучит меня, нет никогда, я тебя разлюбить не смогу. И ты люби, ты всегда. Фальцета вот вниз, давай так. Давай. Я не понял, ну давай. Такую распевочку, если уже вы начали, давайте уж по-нормальному, да, позанимаемся. Давай. Там, я не знаю. Ну, Саня, гри-гри-гри-гри-гри. А теперь вот так же только на три октавы вниз еще. Ладно, хрен с вас, что добьешься. Поехали. Не-не, ты сейчас сыграй, потом и спою. Ладно, урок мы вам в следующий раз покажем, честное слово. Мне так понравилась эта идея, так что... Санек, готовься, будем заниматься. Открывать сезон преподавания на сцене. Сцене. Какой медленный бит. Нам нужен другой. Правильно? Давай найдем другой скорее. Что же происходит? Я вроде все сделал. Я не знаю твои примочки, очень свои разные штучки. Что за? Я вообще не понимаю, как ты успеваешь петь и еще ногами прыгать. Вроде быть можно. Хорошо. Танец. Но все равно вот такой получается темп. Ну что я могу вам сделать, друзья? Давайте мы, конечно, сделаем быстрее. Иначе песня будет хлам. Вот такой темп нам нужен, по-моему.
Крокодилом мясом.
more time again. Make me feel, you know how. Make me feel, you know how.
thrill as you know. Make me free as you, make me free as you, make me free as you, make me free as you. Спасибо, друзья, ну как-то да, как-то так. Вы знаете, возможно, солнце весьма активно сегодня, и оно как-то... Иногда бывает, что оно воздействует на разного рода тонкую электронику, тонко устроенную. У нее ведь тоже есть душа, и она иногда тоже хочет отдыхать. Друзья мои, давайте мы немножечко отдохнем и начнем следующее отделение. У нас будет еще тоже для вас несколько сюрпризов, так же, как и для нас. Спасибо. Небольшой антракт. Ребят, спасибо большое. Начинаем второе отделение нашего прекрасного, удивительного шоу. Александр Радовский, гитара.
дорогие мои, сейчас, да что такое, что ты хочешь? Да-да-да! Слав, уберите меня, Ривер, пожалуйста, вот что я хотел спросить. Какой макияж? А как?
Известная группа из Швеции «Мандарины». Солист ансамбля Дмитрий Толпегов. Нидерланды. Помогаю ему в этом. Известный геолог всея Руси Михаил Шпляклик-Ловский. Он же Штурпен Феркишвайтен. И еще его знают иногда под псевдонимом Иннокентий Сва. А, давай. Иннокентий, руби. Но, если честно, мы хотели пригласить совсем не этих людей. Да. Их сегодня не будет, ребята, они опоздали. Что с них пригласить? Пробки, шмобки. Александр. Александр, мы доверяем тебе это важное правительственное сообщение. Александр Родовский отказался являть человека, выходящего на сцену. Что случилось потом? По заявлениям иностранных СМИ, это пока остается загадкой. Нам пока он не дал ни одного интервью, скрывается и вообще выключил все телефоны и спит. А правда говорят, что он постригся так, что его не узнать? И что на гостинском фестивале к нему подходит его любимая женщина и говорит: кто ты? Даже, говорят, побили другого парня из-за этого. На сцене! На сцене Ольга Егорова. Это сейчас это будет женщина. Значит так, предупреждаем сразу, мы не репетировали. Просто мы красиво оделись сегодня. Текста я не знаю. И знать не хочу. She loves me.
шанс. Я даже не знаю, как там было. По-моему, это первый раз, когда я пою эту песню. Ну и что, я ее не помню. Isn't she lovely? That is true, ladies and gentlemen. Ду-ду-ду-ду-ду. Мы проезжаем через немного другие районы в Техаске, мы обязательно в них окажемся, но путь наш пролегает через далекую-предалекую, далекую сибирскую область Испании. Thank you.
компанию. Мы потихоньку приехали в Техас. Саня просто анекдот вспомнил. Технический перерыв, извините. Следующая композиция очень быстрая. Он говорит, сделай так, чтобы люди со стульев не упали, пожалуйста. Чтобы не было, как в прошлый раз. Хорошо, Саш, сделаем. Ла-ла-ла. 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 Каждый лес и приставал на механик, только трясся и чинарики стрелял. Владимир Семенович Высоцкий. Ну так вот, приехали мы в Техас, а там никого. Одна Оля Егорова сидит и играет вот эту композицию. Кстати, я думаю, что пора уже ее сыграть, может быть. Давайте ее сыграем. Представьте себе, Техас, нас еще не было. Начинается сибирское небо. Оля вспоминает об Испании. Мороз. Одинственный пройден в Испании в жутком детстве. Надо сказать, да. Голодным. Родители не пускали ее на пару боков. Поэтому она выросла нежной девочкой. Yeah.
Когда в стране советской такие вот девчонки есть. Ольга, спасибо. Если не спасибо даже, а просто не знаю, что.
Саша, если ты думаешь, что наши зрители не понимают тебя, так это и ошибаешься. Вот коротко, но метко. Ну что, пора и, так сказать, немножечко...
Спасибо. Борис Голик. Хорошо. Мы так и сделали. Директор, милый, милый мой директор, вот он такой, такой большой. Thank you.
Давай, брат! Спасибо. Спасибо большое. Okay. She said, I am the one, but the
Шоу «Восьмойка», час концерта. Усталый водовоз, мирно припарковавшийся на траве, грузил силы. Странно. Он очень волновался, потому что уже не надеялся, что попадет на этот концерт. Никогда. Но вот чудо. Шла. Новая рубашка. Наконец-то подумал он. Вот и пришел этот день, когда я могу надеть ее. Я так долго мечтал. Голик, мошка Мария Флинштранская, станция имени Союз Аполлон.
вдруг чего не просит. Александр Радовский. Конечно. Спасибо. Мы сейчас просто выйдем на фотографию, но вообще, так что как будто бы нас нет на самом деле.